соси, у меня еще соси. Могу ширинку еще растянуть, если длительность сосалки закончилась, сука. Все сосут, но я не так хотя бы насасываю, я знаете, ну так, слегонца подсасываю, подсасываю. Он меня дерьмецом закидывает, я как бы это дерьмецо хаваю. Спектра в этом патче, она вообще мертвейшая. Просто вот Спектра это, наверное, худший герой сейчас, как Керри. Улетают вдаль мои ПТСы. Сегодня пятница у нас, поэтому нужен пятничный врыв какой-нибудь на замечательном персонаже. Рискнуть на спектре я, потому что на спектре по синей катке ни одной не выиграл. Но я хочу рискнуть. Все просто как бы. Вражину сделал, виноградинку заслужил. Фиданул, за тупость 2 съедаю. Вот так вот делаем. Готов воевать сегодня, готов воевать. Правда, мне пизда в этой игре, но мы будем крепчать, так сказать. У нас девиз какой, ребят? Вы помните, да? Помните, я думаю, все наш девиз, поэтому будем стараться, будем потеть. Кстати, меня никто не узнал. Эта игра теоретически может быть здоровой, когда меня никто не будет знать, никто меня не будет сильно пиздить. И вот тут Леон стоит. Все, я... забудьте то, о чем я говорил сейчас. Меня будут пиздить. Что за день без получения пиздюлей? Он, у меня СФ боевой, понимаете? Говорит, я просто душу у тебя заберу. Ну, я надеюсь. Берется дисперсия, открывается рот. И начинаем как бы подготавливаться к сосанию. То есть, видите, крипы как больные бегают. Они от меня убегают, чтобы я их не фармил. Просто кайфую. Просто вот, вот идеально. Он меня дерьмецом закидывает. Я как бы это дерьмецо хаваю. А дерьмеце, ну это виноград, нормально. Виноградник. Оп, все, мне пизда, я умер. Блядь, я хейтер. Ну, суки, пиздец. Как же больно, как же больно. Как же больно нам на линии. Но это первая катка, тут отмазов не может быть. Тут как бы в первой катке никогда нет отмазов. Стрим-снайперов нету, обычная катка. Проебал, значит, лох, все просто. Вот, пожалуйста. Как вам, ребят, вот этот вот мув замечательный? Вот это я понимаю, что как бы стрим-снайперов нету. Можно себе позволить вот так вот Леона убить, который дурак вообще. 3-1. Единственный фраг у меня. Все сосут. СФ уже умер, я надеюсь. Да, СФ уже 0-1 в миде. Все нормально. Кайфуем. Вот теперь, по-моему, ебучка будет бита. Деремся. Я не ухожу. Я не ухожу. У нас СФ уже 0-2-0. Я не знаю, это проклятие аккаунта какое-то. У меня всегда второй кор сосет. Хотя я тоже сосу, но я не так хотя бы насасываю. Я, знаете, ну так, слегонца подсасываю, подсасываю. Но не так, как мидеры. Блять, ну они меня опять отпиздят. Ну, Леню. Оу. О, хорошо, что он меня не подкопал. Все, изи, и бежать. Потому что ебало сейчас сгорит на раз-два просто. Короче, я лес фарману. Лич, стой, фарми. Мне нет смысла стоять снизу, потому что я не фармлю. То есть я как бы каждый раз, подходя к крипам, я рискую быть убитым. Хускар там левел 4, просто ну вот, вот что будет со мной. То есть я не сильно сейчас отличаюсь от лича, потому что у меня реально все хуево. Кстати, я заметил, спектра в этом патче, она вообще мертвейшая. На каждой линии, где бы ты ни стоял, тебя ебут. Просто вот спектра это, наверное, худший герой сейчас, как Керри. Вот я ее беру третий раз, и третий раз я сосу. Тебе приходит какая-нибудь больная дабла, которая просто как бы в жопу тебя начинает. Ну, вы поняли, да? Вот. И ты просто не можешь с ней стоять. Не можешь с ними стоять. Короче, надо против... Ну, тут блейдмейл нужен. Тут как бы очевидный блейдмейл против Хускара. И я ушел, кстати, с леса, потому что я понимал, что за мной скоро в этот лес придет Леон или еще кто-то. Видите? Это я должен был быть. Я как бы заранее все. Папа петербургский. Ник у молодого человека на СФе. Папа петербургский отправляется четвертый раз в таверну уже. Патя. Папа петербургский. Блин, да это меня что-то сварк доебался. Я забанкиваю. А, шрайна нету. Извини. Зачем ты к нему пошел? А я хотел развернуться вот сюда, блядь, но у меня почему-то начала огра подходить. У нас не... Ну, блядь, это дефолтный счет на этом аккаунте. 4-13, вчера был 3-16 все игры. Вот, поэтому просто уходим в лесок. Парни, я постою ФК. Ну ладно, давай, не вопрос. Ну вот хардлайнер. Сдулся раньше всех, понимаете? Блин, может быть без ПТ-хи сделать сразу БМ, а потом замутить ПТ-ху уже. Так, Тинки. Ну, блядь, сейчас как въебу. Ладно, ладно, я пошутил, да что ты. Ну, сам-то деле, блядь, шуток не понимаешь. Мирана ульт нажала, зачем? Неужели меня бить идут? Ля, он за мной ходит, СФ! Он нам тут... Хотят ебучку разбить. Ну что мне делать? У меня нет телепорта, блядь.
Ебать, как я все предусмотрел. Тупо наш Райан прилетел. Пожить. Не, ну а как я буду должен Хускара вообще пить? Давайте я поближе стану и дисперсии попробую, да, что там сделать. 5-2-2 за него, 3-5-6 за меня. Нормально. Но Хускару я, очевидно, ничего не делаю без Блейдмейла. То есть тут только Блейдмейл. Что нам остается? Нам остается просто фармить Блейдмейл, РПТ-ха. Какой-то Радик попробовать может. Но тут как бы все зависит от того, затянется ли игра. Убивайте Леона. Если игра затянется, то у нас хорошие шансы на победу. У нас, короче, низ проебан. Мид у нас СФ 3-8 проебан. И хард у нас тоже проебан. И то есть, когда как бы ты проебываешь 3 линии из 3, то шанс победы крайне мал. Вот, поэтому идем фармить Савинах. У нас СФ сливается просто. Я не знаю, как он дебил. Сливается. Он сливается всю игру, как дебил. С СФом явно что-то не так. Это точно, блядь. 3-9. Это надо постараться еще так постоять. Есть Хусяна чем-нибудь, что-нибудь? Вон, давайте, мы его ебашим, кстати. Хорош. Ну вот, нормально, забайтил Сларка на ТП-аут, на базу. Блин, канулся на Хускара, убил. Но там другая проблема. Там еще Тимкер с Даггером и с Виндой сейчас будет. То есть, понимаете, у меня опять чувак в миде ничего не сделал. То есть, тут, походу, проклятие на этом аккаунте, что всегда, как бы, такая тема, если я иду на мид, то у меня керри сосет. Если я иду на керри, у меня мидер сосет. Вот так вот. Ебут! Ебашим лоха. Боже. Соси у меня, еще соси. Могу ширинку еще расстегнуть, если... Там Сларк за... Длительность Сларк сосалки убьет. Закончилась. Сука. Улетают вдаль мои ПТСы. Мои ПТСы улетают вдаль. ПТСы улетают вдаль. Хо-ха! Ну, парни, убил робота тут дурного. Надо виноградинку съесть, да, прожил. Леона, в Леона даггер полетел. Хорошо, этого. Все, они поплыли. Это домашние. Еще даггер. Сларк сейчас, если нападет еще, смотрите. Помогите с Хусяном. Вот Сларк еще, пацаны. О, инсульт. Из наручников реально. Не, все, не догоним. Не, мы хорошо сделали, парни. Минус 4, минус Аегис, минус 5 по факту. Уходи оттуда, убьешь. Давай драться, блядь. Что уходи? Теперь ухожу. Я вроде ушел, но не точно. Братан, ты заебешь. 6-12. Он с ДД, кстати. Хуево. Как же СФ заебал Фиби? Все, не выходим, СФ. Перестань, я прошу тебя, блядь. Развел лоха на паунт. Давай, пусть она убиваем. Хорошо. Как-то бы дожить реально до 20-ка и до Радика. Тогда можно будет пообщаться. И то будет сложно. Блин, и у Сларка бы КБ. Что они делают? Ебать они. Вы видели, что было? Заюлил Сларка, чтобы Слардар проебал стан и поймал стрелу. Это просто дженниус. Товарищ дженниус. Не, ну теперь не удивительно, что у него 7-13. Я там увидел все. Хорошо. Ребят, как вам? Как вам зарплата? Зарплата называется плюс радианс. А вот этого лоха. Смотри, лохобоище это убить. Да-да-да. Покрути, блядь. Покрути, сынок. Я тебе покручу, блядь. Это время камбэков, как бы. Время камбэков. Хотя, правда, это особо ничего не дает в данной ситуации. Потому что у них БКБ у всех. Сука, я за покупками иду, урод. Вот так идешь в магазин, а тут гопники, блядь. Понимаете? Го, гопота повсюду. Даже в доте. Давай, ебём. Дружочек. Удачи. Миша, пока. Оу, хорош. Он ушел. Он не остался тут. Стрела. Никто не видит. Понял. Сларк в инвизе, пацаны, взять. Хорошо. Сидят, как суки, ебать. Сюда. Ты кто такой, блядь?
так вот. Хорош, братан. Ты умер как герой, реально. Мне нужен еще боец. Мне нужен лич со вторым скиллом. Я их всех разъебу. Куда ты прыгаешь, блядь? Сигает оно на меня, блядь. Съебались отсюда, петушки. Ебать, я сейчас вас пиздить буду всех. Просто каждому ебучку набью, нахуй. Куда вы, блядь, делаете, нахуй? Кого ты хочешь бить, блядь? А-а-а! Убери от него! Блять, Блэйд Мэлбо, хорош, нормально. Хорошо. Блин, у нас две линии упало. Ну ладно, жить можно, а Егис сыр выбили. Мне манта и тараска нужна. Куда ты собрался, петушиная голова? Куда вообще ты? Блять. Надо же было Слардару давать этот щит. Давайте пробуем его убить. Не, нормально. Убили Тинкера, отдали Слардара. Это уже хороший размен. Наверное. Парни, ебут. Хорошо, я ушел. Бля, вот это душит. Я хотел за ривером сходить, а Сларк тупо вернулся и душит. Ладно, зелено. Сларк идет. Бля, чё стрелу поймал? Ну ёбаный корёбаный. Меня хускарпаться его чуток. Ой, как больно. Хорош, нормально, дефаем. Можно, надо дефать, это наши мальчики. Там еще Хускар есть. Не знаю. Бать, я не знаю, как я живу вообще. Лол, я думал, ты на барак повесишь второй скилл. Я думал, ты додумаешься на барак это сделать. Блин, на спектре вообще в этом патче наипотнейшие катки, наверное. Вот спектра и войд, это всегда супер плотно. Блять, сука, ширинку расстегнул нахуй. Я ухожу, пытаюсь. Нормально. Леон задолбал сосать. Заставляю ширинку расстегивать дядю, понимаете? Что там Сларк разъебывает? Чешо. Сларка надо как-то. Я до конца дерусь и байбекаюсь, типа. Там Тинкер много делает. Давай, брат, что-нибудь. Ты же был мне как брат. Сколько смертей? СФ, блядь, 19 смертей. Охуеть. Пацаны, ну, блядь, мы дефались как мужчины вообще по красоте. Просто меня одного тут не хватает в игре. Там у них и Хускар, и Сларк, еще и Тинкер есть. То есть у них три героя, которых мне надо убивать. В принципе, кого-то одного, ну, двоих я могу убить. Но на троих это прям не хватает. 83. А, я впитал 126, охуеть. Под лечом вообще нормально впитывалось. Перефарм очень сильный, опять же. 14 тысяч СФ на 22 800 тинкер. Это очень неприятно.